Всем привет! С вами программа «Онлайнер». И мы в эфире для того, чтобы, как и всегда, поднять ваше настроение до самых небес. Готовы? Поехали! Начнем программу бодро, традиционно. До сих пор в пятницу на выезде из города пробки. Но избежать их все-таки реально. But tell your story, you know the one I like. Right. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Летели к Петровичу на шашлык, но вдруг обнаружили, что забыли Петровича в городе. Вот, решили вернуться. Все мы когда-то были студентами. И, возможно, некоторые уже не помнят, как же это весело. Мы не дадим вам забыть студенческие времена. Смотрите скорее. А задание переписывать? Раш на Б, пацаны! Алло, в какой мы аудитории? Блин. Понимаете, я просто работаю. Кем ты работаешь? Ну, там не по специальности. Да нормально, говорят, он тройки всем ставит. Мам, да меня завалили. Соответственно, лимит стремится к бесконечности. Бесконечности, я это имел в виду, да. Молодец. Ща, я знаю, я учил это, я сейчас. Да по-любому ее в детстве все чмырили, теперь она на нас срывается. Да, мама, я учусь, мама. Афанасьев. Я. Белякова. Есть. Бугров. Есть. Бойко. Я. Ведмедева. Я. Получу диплом и точно ее пошлю. Как бы? Надежда Антоновна! Истина научная, истина художественная, истина нравственная. В целом же, в форме истины, почистота, сколько... О, привет! Здорово! Здоров! Это кто? Особенно круто было быть студентом, пока не наступала сессия. И пока не увидел сумму очередной стипендии. А в остальном – прекрасное время. Вы когда-нибудь задумывались о том, как тяжела профессия телережиссера? Постоянные съемки, сценарии, монтаж. Мне кажется, что даже во сне они не отдыхают, а придумывают новые сценарии и спецэффекты. Все-таки хорошо, когда они снимают просто музыкальные клипы. А вот если бы он снимал фильм ужасов, не хотел бы я оказаться тогда в его сне. Иногда все раздражает. Бывшая девушка не дает покоя. Начальник заваливает работой с головой. Погода не радует. Друзья, тут главное не унывать. Поучитесь спокойствию у гуру медитации Афанасия. Предлагаю логичный вывод из увиденного. Всем нам очень не помешает в жизни почаще притворяться Афанасиями. Учение свет, а не учение тьма. Поэтому всегда нужно учиться и тренироваться. Кто знает, где именно нам пригодится тот или иной навык. Итак, предлагаем вам к освоению новое мастерство. We'll be right back.
Вот так все и будем радоваться долгожданной новости. Доллар по 30. Скоро. Скоро. Случайное знакомство с попутчицей в такси может оказаться судьбоносным. Главное не гнать лошадей и не перестараться. О, по пути возьмем? С удовольствием. Ленина, 34. Это да штука будет стоить. А, не, у меня только 500, извините. Я за нее заплачу. Это тогда 2000 будет. Сойдет. Блин, надо было 3 сказать, а? Спасибо большое. Это мое удостоверение личности, вот ИИН. Это адресная справка моя. Так, это с места работы справка, так это кредит мой. Это я с мамой на выпускном. А это вот я с маленькими только что родившимися котятками. Ой, какие пушистые, какие пушистые, сладкие, сладкие, нежные, маленькие родившиеся. А что это за ведро? А это я их купать хотел. Нормальный ты вообще, останови, я пересяду. Резюмируем. Если вы хотите, чтобы первое свидание принесло вам второе, не раскрывайте сразу всех карт. Ну, а если до второго свидания вы все-таки добрались, то, пригласив девушку прогуляться по набережной, учитывайте погодную обстановку. В противном случае можете повторить судьбу нашего героя из следующего ролика. Вам тоже интересно, почему только мужчина борется с ветром на этой набережной? Потому что девушка уже давно сдула. Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Как-то так говорили Маркс, Энгельс и Ленин. Но насчет пролетариата мы ничего сказать не можем, а вот животные уже объединились. Немного похоже на Ноев ковчег. Правда, непонятно, куда делись вторые половинки этих зверей. А, понял, у них просто холостяцкий круиз. Дорогие друзья, настало время ненадолго отвлечься от шуток и просто послушать прекрасную музыку. У нас традиционная музыкальная пауза. Смотрим. Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу, а это значит, что мы традиционно прощаемся с вами и желаем вам чаще улыбаться. У нас no comments. Пока-пока.